Никого, слушайте, а? Я, между прочим, в Украине вообще секс-символ. Секс-символ. При чем тут, Виктор Степанович, конкурс красоты и то, что вы делаете с украинским министерством энергетики? Если на то пошло, надо было эту туда на конкурс посылать с бубликом на голове. Как ее? Тимошенко, Тимошенко. Вот ее посылать надо было. Зря вы так, Владимир Вольфович. Не надо судить о Тимошенко по фильму Митрофанова. Там вообще, если мне кажется, другая женщина снималась. Так что не надо. Да, ладно, ладно. Тимошенко вообще уже не все. Она в отставке отдыхает. Только регулярно ездит на дачу. На какую дачу? На дачу показаний в российскую прокуратуру. А что это у нас демократы молчат, господин Явлинский? А мне вот кажется, как раз хорошо было бы, если бы на конкурс красоты поехал представитель Объединенных Демократов. Да, если бы еще вы сказали представитель Объединенных Эмиратов. Я понимаю, демократы кому нужны? А кстати, вот конкурс все-таки международный, хотелось бы знать, кто представляет Беларусь. А угадайте с трех раз, кто будет представлять Беларусь. Вот. Все угадали. Простите, Александр Григорьевич, а что, собственно, а кто вас выдвинул? Меня не выдвинули, меня народ послал. А вы уверены, господин Лукашенко, что вы правильно поняли, куда он вас послал? Нет, но это нечестно. Мы же решили, что президенты не участвуют. Вот, Александр Григорьевич, когда будет у Белоруссии новый президент, тогда будете участвовать в конкурсе. Я бы сказал не когда, а если. Это будет правильнее. Ну, знаете ли, это уже слишком. Новодворская, а ты вообще на конкурсе красоты какими судьбами, а? Ну, знаете ли, я, между прочим, здесь самый логичный претендент. Все-таки конкурс женский. Ну, знаете, Валерия Ильинична. Да, да, не слушайте ее. Вы смотрите, как она разговаривает. Она даже микрофон ненавидит, потому что он мужского рода. Отстаньте от меня, Владимир Вольфович. Не отстану, ты любви не знала. Я читала, мне не понравилось. Слушайте, Валерий Ильич, между прочим, конкурс красоты предусматривает дефиле в купальниках. А что? Я готова. Мы не готовы. Вы знаете, все-таки я подумал и решил, что на конкурс красоты от нас поедет Новодворская. Валерия Ильинична, поздравляю, вы вторая финалистка. О, простите, а собственно, почему вторая? А я тут уже давно жду. Господи, нет, обознались. Это не господи, это я. Слушайте, Борис Николаевич, а почему вы решили, что вы в конкурсе красоты можете сразу в финал пройти? Как это почему? Когда я в 99-м году уходил, вы мне что сказали все? Красавчик! Вот теперь отвечайте за свои слова. Нашли кого призывать к ответу за слова, а? И вообще... У меня все параметры, понимаешь, ты подходят. 90 на 60 на 90. Правда, это давление. Слушайте, ну давайте не будем пугать международное жюри. Я что ж, зря готовился? Бессмысленно ли все, что ли, было? Бегуди на ночь. Месяц в спортзале провел. Хорошо нашлись добрые люди, двери наконец-то открыли. Вы знаете, я все-таки думаю, посмотрев на эту обстановку, что от России на международный конкурс поедет победительница нашего конкурса «Мисс Россия». А вы, уважаемые господа, вам придется вернуться к своим прямым обязанностям. Вечно прекрасная мисс эстрады София Ротару!
ну все звезды сегодня. Ну вот, кстати, мало выглядит в 20 лет красивый и соблазнительный. Когда ты состоялась как женщина-звезда, пронесла через годы свою красоту и по-прежнему посмотри. София Михайловна действительно уникальна. Прежде чем мы приступим к конкурсной программе, мы с большим удовольствием посмотрим на трех очаровательных девушек. На сцене группа «Фабрика». О, ты посмотри, как Фоменко возбудился. Он говорит, что когда они поют про секси-бой, этот куплет адресован ему. Ну, это скорее про Федю Бондарчука, эта песня. Но если Фоменко так уж хочет думать, что это про него, то мы отправим его на конкурс красоты. Кстати, я слышу знакомую мелодию. И это гимн современным девушкам, которые мечтают о нефтяниках, металлургах. Это гимн нашей стране. Где-то живут металлурги, где-то нефтяники, где-то олигархи. А где вот олигархи? В Лондоне. Металлург, угадай.
усилий. Мама, ну не виноватая я, не виноватая я, что вот осталась я одна такая несватанная. Не виноватая я, не виноватая я, все говорят, любовь нагрянет вдруг негаданная. Мары ухажер, детский павильон, знаменитый дирижер, точно повезло. У Олеси есть нефтяник, ничего себе, и с продюсер у Татьяны тоже ничего. А тому ли я дала обещание любить? Мама, ну не виноватая я, не виноватая я, все говорят, любовь, любовь, наверное, это она. Не виноватая я, не виноватая я, уж если кто и виноват, то виноват. А мой такой мог бы стать поэтом, но и тут что-то не слезло. Ну да зато лучше всех на свете он поет, да, песни про любовь. Жениха, мамочки мои, появился олигарх, девочки, держись, у Марине отдыхает, верится с тобой, старый стрёмный итальянец, амор, амор, амор. Разве счастливы они? Ведь у них не по любви. Я понимаю, дорогие друзья, как вам не терпится встретиться с конкурсантками. Но прежде давайте посмотрим, кому предстоит оценить все те прелести, о которых мы пока можем только догадываться. Итак, Алена Долецкая, главный редактор журнала Vogue. Владислав Локтев, фотограф. Екатерина Андреева, ведущая программы «Время», Первый канал. Михаил Борщевский, адвокат. Виктор Ерофеев, писатель. Наталья Водянова, супермодель. Менеджер госпожи Водяновой Саиф Мади. Леонид Ермольник, актер, продюсер. Геннадий Хазанов, председатель жюри, актер, художественный руководитель театра «Эстрады». Прежде чем мы начнем конкурс, надо настроить наших девушек. На сцене Дима Билан. Как повезло Диме Билану сегодня. Он за кулисами может выбрать любую из 50 участниц и предложить им съемки в своем новом клипе. Слушай, ну не завидуй, у тебя тоже место не такое уж плохое. Рядом с тобой, Аллочка. Да, да. Дело не во мне, отсюда тоже, говорю, хорошо видно. У нас лучшие места в зрительном зале сегодня. Да, кстати, Дима Билан по праву считается секс-символом нашей эстрады. Давайте послушаем его. Вот и спрятался один. Вечер затих, забрав мечты.